США начали развертывать в Южной Корее систему противоракетной обороны ТЭТ. Это происходит на фоне обострения обстановки на Корейском полуострове. КНДР в последнее время запускала баллистические ракеты и угрожала провести ядерные испытания. Мы решили, что стратегические операционные возможности ТЭТ нам необходимы как можно скорее. Мы принимаем во внимание совместное решение Южной Кореи и США и проблемы с безопасностью на Корейском полуострове. Оборудование комплекса доставили в уезд Санджу. Это в 255 километрах к югу от Сеула. Там колонну с техникой встретили протестующие, которые выступают против размещения системы ПВО. Они бросали в военные автомобили бутылки с водой. Сообщается, что между протестующими и военными произошли стычки. Мы протестуем, потому что для нас неприемлемо то, как неожиданно они привезли сюда оружие. Мы проведем больше протестов, на которые соберется еще больше людей. ТЭТ – противоракетный комплекс для перехвата ракет средней дальности. Южная Корея рассчитывает, что он поможет противостоять угрозе со стороны КНДР. Частичное размещение ТЭТ Южной Кореи и США не означает, что система будет работать в тестовом режиме. У нас на самом деле появится способность противостоять Северной Корее, если она решится на провокации. Размещение системы ПВО также вызвало недовольство Пекина. Китайские власти заявили, что это угрожает безопасности страны и всего региона. О развертывании ТЭТ США и Южная Корея договорились еще в прошлом году.